You look like hell tonight. I don't believe the sight. Всем привет, я в гостях у мамы. И так как она собирается сделать небольшой ремонтик, то мы решили выкинуть старые шкафы, которые здесь практически чуть ли не с рождения моего, и там копился десятилетиями антиквариатный хлам. Есть мои книжки, детские сказки. В общем, сегодня поперебираю то, что заберу, то, что пригодится, и то, что нужно выкинуть. Предстоит нелегкая задача, потому что ко многим вещам у меня прям прикипела душа. Но надо как-то все равно расставаться, потому что все это тащить с собой смысла нет. И на ужин у нас речная рыбка карасик. Последний раз ела его 100 лет назад, а раньше прям-таки ежедневная пища была. Так что можно отряхнуть стариной, повспоминать. Картошка запеченная с грибами и свежий салатик. Картошку, кстати, мама запекает вот так в противне. Видите, с зеленью, грибы. И в бульончике. А что за бульончик? Грибной. Грибной? Понятно. Так, что тут за книжки у нас? Детская кулинария. Помню я эту книжку, кто-то мне дарил. И здесь всякие вкусняшки, как готовить. Для того, чтобы дети могли сами, ну, если что, похозяйствовать. Ну, не знаю, стоит ли ее оставлять. Потому что я, по-моему, ни одного блюда с нее так и не приготовила. Мебель своими руками тоже, думаю, не нужна. Толстой золотой ключик или приключения Буратино. Сказки, наверное, хорошо оставить, но такие, мне кажется, с иллюстрациями. Но вот это ужас, посмотрите. Мне кажется, после такой сказки реально потом не уснуть 3 дня. Даже мне, не то что ребенку. Какая-то очень-очень мрачная, в готическом стиле. Вот видите, тоже какой ужасный рисунок. Не знаю, как можно такое детям показывать, да еще и на ночь читать. Путешествие в сказку эту, думаю, заберу, потому что здесь много сказочек коротеньких и добрые иллюстрации. Книжки Пикуля, Фаворит. Вряд ли я буду перечитывать, Слово и дело. Волшебная школа. Ой, я еще тут, смотрите, листики какие-то засушила. Прикольно. Ну, что-то мне, знаете, хочется прям с картинками прикольными какими-нибудь. Ну, это уже так, для детей постарше. А вот это, кстати, переводилки на ткань. Вообще не помню, откуда они у меня появились. Но, видите, бережно хранятся лет уже 30. Детская сексология. Помню, мне ее дарили лет на 13. Полезная вещь, мне кажется. Всякие тут, видите, иллюстрации, тыры-пыры. Думаю, возьму. Путешествие Нильса с дикими гусями. Одна из моих любимых, я помню, была. Вполне, мне кажется, можно взять. Она такая, ну вот у меня они даже какие-то приятные воспоминания. Уже едва-едва помню сюжет. Хемингуэй избранная. Ну, это тоже для тех, кто постарше. Вот видите, уже такие желтые странички. Интересно, какого года книжка? 84-го. Ну, думаю, что можно купить в обновленном варианте, либо в интернете скачать. Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Тоже вообще не помню о чем. Что за книжка такая, опять страшные картинки какие-то. Агата Кристи, треснувшее зеркало. В свое время всю Агату Кристи перечитала. Я не знаю, книг 50, наверное, у нас было. Все-все-все. Ну, сейчас тоже не буду читать. Так что сосредоточусь именно на сказках. Мама говорит, не надо себя снимать, потому что ты как тетя Мотя. Но я же не слушаюсь маму, когда дело касается таких личных вещей. Поэтому меня раздирают противоречивые чувства. С одной стороны, хочется все это забрать. Вот, кстати, тут английский для детей есть. Вот такой старая-старая древняя книжка. Мы, по-моему, во втором или в первом классе по ней занимались. Так, мне идет объемчик, поэтому я держу бульку сзади. Но, с другой стороны, я думаю, зачем мне это все? Где это хранить? И, в общем, вспоминаю методы Конди про магическую уборку, что надо каждую вещь анализировать. Будете ли вы ей реально пользоваться, а не вот, чтобы там похолить, лелеять воспоминания 30-летней давности. И, в общем, короче, мне кажется, все-таки большую часть даже по психологии книжки лучше отдать. Сердца трех. Еще один фаворит.
честь имею. В общем, у нас тут пикуля очень много. Вот это, помню, одна из тоже моих любимых. Серебряная книга со сказками. Я ее читала везде. В туалете, в ванной. Когда купалась, она мне обязательно на полке стояла, я купалась и читала. Поэтому она, видите, такая вся распухшая от влаги. В общем, заберу с удовольствием, несмотря на то, что она такая вся старенькая, расклеившаяся. Комиксы про обезьянку тоже заберу. В общем, помню, зачитывались даже сестрой мы. И вот еще какая-то книжка «Друзья». Ну, не знаю, мне вот не нравятся такие мрачные иллюстрации, прям... Нравится яркое, что-то такое детское, позитивное, а не вот какая-то безнадега, вот эта серо-коричневая. Альбомчик мой с фотками школьными. Вот, кстати, в школе моя лучшая подружка была. И вот тут мне тоже лет 15. Видите, это я у нас на кухне. В общем, фотки всякие разные мои с выпускного, тыры-пыры, так что поставляю. Вот это вот я сама покупала. Психотерапия, когда увлекалась психологией, у меня довольно много книг по психологии, тут видите, прям закладки, то есть я не просто там читала, я конкретно прям изучала, и у меня даже тетради, где я все выписывала себе. «Конёк-горбунок», такая вот книжка, ну, тут, мне кажется, вообще ни одной картинки, ну, не считаю вот эти вензеля какие-то, думаю, что сказки в рифму сложнее как-то усваиваются. Поэтому что-то... Ай-ай-ай, мне ногу свело. «Маугли». Вот, «Маугли» обязательно возьму. Такая прям, не знаю, мировая книжка на все времена и народы. Классные картинки. «Адалень трава» тоже помню, мне кто-то ее дарил. Что-то она мне не нравилась. Вообще, вот представьте, на уровне ощущений. До сих пор вообще не помню, о чем сюжеты. Но точно есть впечатление, как бы, когда берешь в руки книгу, тянулась ли к ней рука или нет. Вот тут тоже такой вариант, когда я понимаю, что ничего у меня к ней не тянулось. Здесь про Сусанина не буду брать. «Джек Лондон. Рассказы». Какая-то старикашка. Гляньте, какие листы. Старая. Какого ж мы года, интересно. Может, какой-нибудь антиквариат? Может, тут далее написано? Уже листы даже послепались от времени. Вот это, по-моему, тут вообще тут напрочь. «Харка. Сын вождя». Тоже, ну, это для подростков уже. Сочинение Чехова. Рассказы тоже, я помню, все перечитывала. У нас пара или тройка томов их. Но это, конечно, классика. Но мне кажется, знаете, в школе все равно все заново надо будет приобретать. Всю классику, либо в интернете скачивать. Нет смысла, мне кажется, в ближайшие там 10 лет хранить книжку для того, чтобы потом в школьном курсе ее пройти. А я точно перечитывать не буду. «Джек Лондон» тоже. «Джон Ячменное зерно». «Русские сказки». Здесь, помню, тоже я ее зачитывала, вообще сказки обожала. Но тут, видите, иллюстрации такие. Тоже скуция, то есть это уже для сознательных граждан. Я ее читала лет 12, много раз, почти наизусть. «Суворов. Ледокол», «Мэри Поппинс», «Маленький принц», «Чиполлино». Тоже когда-то была любимая. «Мэри Поппинс» зачитывалась, «Маленький принц» сама собой, кстати, издана она в год моего рождения. Ну, так как она такая, знаете, сухенькая, то тоже не буду сохранять ее. Тоже вот такая вот серия детективов. Когда-то очень знаменитые были, у нас просто вся серия, наверное, была. И «Приключения барона Мюнхгаузена» тоже я зачитывалась. Помню, здесь куча рассказов очень странных, но я их обожала. Помню, что эту книжку я выиграла на художественной гимнастике, когда какое-то призовое место заняла. Отвратительные иллюстрации, но все равно я прям поралась с нее. Все рассказики буквально наизусть знала, так что беру. Оставляю, также забираю, точнее, с собой вот такое домоводство мохнатых годов 58-го года. Обожаю такие книжки. Тут как делать колбасу, как подметать правильно двор. В общем, то вообще, чем уже никто не пользуется. Кстати, смотрите, как тут кормить, пеленать ребенка. Но не знаю, я вот даже в руках держу ее, хотя она такая уже вся очень старая. Обалдеть, советы молодой хозяйки. Тоже это, по-моему, еще
Бабушкина, вот, или прабабушкина книжка. Вот эта книжка, которую я купила, энциклопедия для девочек, сэкономив на месячном питании в школе. И она, помню, стоила 14 рублей. Я, в общем, месяц не ела. Купила эту книжку 97 года. Вообще, я тоже ее обожаю. Видите, она какая вся распухшая, потому что я ее постоянно в душе читала. Тут о режиме дня, как правильно руками стирать. И все потрясающим таким языком написано. Прям ностальжи. Посмотрите, вот это мой первый телефон, который у меня появился, когда я поступила в университет. Даже тогда он выглядел очень странно. Видите, он размером реально со всю ладонь. Здесь такая антенна торчит. И я его когда клала в рюкзак, в общем, он даже не застегивался. Оттуда постоянно торчала какая-то часть, то ли вверх, то ли вниз. Я все время ржала, что чтобы мне достать телефон, там, ну, надо полчаса его вот так вот доставать из сумки. Потому что в один присест, знаете, за 2 секунды он не достанется. Тут еще ужасно такой вот примитивный дизайн. Там такие синие буковки, 2 строки на весь экран. Вот, очень быстро разряжался. Ну, в общем, практически реликвия.